Здравствуй, Зойка. Здравствуй, сестренка моя дорогая. Спасибо тебе огромное за фотографию. Ты очень красивая. Это же надо. Я тебя помню совсем девочкой, а ты уже такая взрослая. Хотя что я удивляюсь, 8 лет не виделись. Мама с Катькой тоже, наверное, изменились. Жалко нет их фотографий. Очень тебя прошу, не пускайте его в дом. Тот, кто предал однажды и второй раз предаст, а предатели не прощают, даже если это родной отец. И не смейте брать у него денег. Очень вас прошу. Я здесь еще никому не говорила. После выпускного я решила проситься в Хабаровск. Буду ближе к вам. Если сразу не устроюсь в театр, не беда. Буду подрабатывать. Справимся. И не пиши, что тебе его жалко. А мать тебе не жалко? А Катю? А меня? Будь умницей. Потерпите до моего приезда. Пожалуйста, поклон. Пожалуйста. Последний год, зайчонок, в училище, наверное, самый сложный. Тянется он целую вечность. Приседаем, приседаем, спинку держим, голову наклоняем, а спинку-то держим. У Натальи Сергеевны идея фикс – поставить к выпускному Жизель. Хотя для нас это слишком сложно. Поэтому она особенно требовательна. Жизель, Зойка, балет про любовь. Очень красивый. За главную роль будет танцевать балерина из Большого. Вторую по сложности партию, Мирту, предводительницу Велис, будет танцевать Света Середа. Это уже решено. А мне досталась роль Велиса. Ручка. Их в Жизели 6 троек, так что мне проще. Ну чего боитесь? Петров, согласна, она опытная Жизель. Извините, пожалуйста. Что-то я сомневаюсь. Тяжела стала. Так это же хорошо, вы представьте себе, во втором акте после нее выходит Середа, легкая, юная, ну... Красиво получается. Ну, не дай бог, что-то не так пойдет. Ну? Ты же сама понимаешь, провалишь Жизель. Будет 1 000 000 проблем. Съедят. Так, до выпускных еще 2 месяца. Пока не поздно, давай приготовим копилию. Ой, ну вы еще скажите, тщетную предосторожность. Наташ, я все понимаю. Ты... очень высоко поднимаешь планку. По себе. А вы не звезда Большого, а начинающий педагог. Галина Николаевна, а я в любом случае остаюсь Наталья Карева. Господи. Какие мы гордые. Эдуард Валентинович, да вы не расстраивайтесь. Что, Середа, Мирт, что ли, не станцует? Вот, давайте будем лучше решать, кто едет в Париж. Уже все решено. Вот список. Повесьте его, пожалуйста. Давайте. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте.
Да. Извините, муж. Можно. Чего опоздала? Ну, хорошо. К доске пойдет... Середа. А можно с места? Ну, можно с места. Ну, скажи нам, Света, из каких долей состоит человеческий мозг? Ну, это у кого как. У Середы, например, из батманов и фуэте. Фёмин, можно мне обойтись без твоих комментариев? Спасибо. Мозг состоит из... Слышь, не шипи ты, а? Тихо, 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 Астахов. Тихо, 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 ребята, тихо. У нас у всех оценки липовые. И нормальную школу из нас никто не закончит. Мы же все дебилы. И спинным мозгом думаем. Сам ты дебил. Не надо вообще в голову, пожалуйста, да? Из полушарий, нет? Возможно, из полушарий. Ну что, друзья мои, по-моему, прекрасный ответ, как вы считаете? Да, безусловно. Думаю, Света заслуживает твердую... Четверку. Четверку. Садись. Ну, друзья мои, темой нашего сегодняшнего урока будет зрение и глаз. Все хорошо видят? Непременно подарочное издание. Альбом об истории балета. Прошлое, настоящее. Обязательно должны быть цветные иллюстрации. Mm-hmm. Ну так, чтобы это было изящно, красиво. Вот мы тут придумали название. Русский балет. Весьма оригинально. Вот текст. Я приготовил вам. Угу. Да, конечно. Позвольте. И еще. Я ознакомился с образцами, как это делается там у них, ну, на Западе, вы меня понимаете. Да-да, конечно. Я думаю, что вот нам такое или чуть побольше как раз подойдет. 42 на 297 на 1/4. Да. Ну, желательно, конечно, чтобы было потолще и посолиднее. Какая бумага? Бумага? Mm-hmm. Ну, я не знаю, ну, такая, чтобы было приятно перелистывать. Ну, ясно. 115 грамм, матовая, 96 страниц. Да, вот именно. Mm-hmm. Послушайте, давайте не будем отнимать друг у друга время и говорить о формате. Почему? Ну, потому что ни вы, ни я не знаем, что на самом деле нужно. Так подождите, я собираюсь вам объяснить. Давайте я сначала познакомлюсь с материалами, а потом уже... Я понял, что вам нужно. Это для меня достаточная информация. Вы хотите издание про русский балет? Вы получите замечательное издание. Извините, мне надо идти. До свидания. Я что-то не понимаю. Что это значит? Ну, вы хотели лучшего дизайнера? Пожалуйста. Видишь ли, зайчонок, у нас место у станка имеет свое значение. На правой палке у рояля стоит кордебалет. На средней – первая ученица. И в центре – Светка, наша звезда. Ты знаешь, зайчонок, такой балериной можно только родиться.
Светка танцует так же просто, как дышит или смеется. Она, конечно, слегка не от мира сего, но никто не может даже завидовать ей. Она выше всего, выше всей около балетной суеты. Она первая и единственная. Стоп! Титова поменялась с Рудиновой быстро. Встали, 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 живенько собираемся, побыстрее. Пожалуйста. А Нина Титова еще недавно стояла рядом со Светой. У нее был фантастический прыжок. Вылетала, как из пушки. А какое вращение! Как-то наспор с девчонками прокрутила 100 фуэте. А в прошлом году вдруг стала разъезжаться вширь. Набрала вес. Весь урок ей уже трудно выстоять. Дважды тянула связки. На нее больно смотреть. Девчонки, там списки вывесили. Ну и кого же не берут? Тебя, Лен, нет. Ха-ха. А ты знаешь, что бывает с теми, кто приносит плохие вести? Ой. Правильно. Зачем мне Париж? И Нины еще нет. Нефёдова, небось, едет. Что тебе надо? Я свое место оплачиваю. Ты мое место оплачиваешь. Чего? Да ничего. У тебя нету места. Это у тебя места нет. Да нету. Нету у тебя места. Нету. Понимаешь? Это у тебя места нет. Да перестаньте вы уже! Еще больше месяца до поездки осталось. Сто раз все переменится. Это чье? Мое. Это твое место, ты мелкая. Еще раз увижу, убью, поняла? Дай сигарету. Нечего, ты не куришь. Даже не Федову взяли. Ну что она там покажет? Опозорит училище на всю Францию. Почему она только решила балетом заниматься? Корова чертова. Да тише ты, Светку разбудишь. Да фиг ты ее разбудишь. Она вон головой подушки коснется и спит уже. Хоть из пушки стреляй. Мне бы так. Интересно, что ей снится? Ничего интересного. Партия Жизели. Моя бы воля только таких бы училище брала. А не Федову? Ну, конечно, у нее папа непростой. Был бы у меня такой же, я бы тоже училась. Ты без папы учишься. Привет. Че не спите? Ладно, давай спать.
Подъем! Хватит дрыхнуть! Черт! Шпора растет. Надо было вырезать летом. Ничего, до экзаменов допрыгаешь как-нибудь. Ну что за люди? Такое утро. А вы шпоры, экзамены. А тебе-то что надо? Доброе утро, Галина Николаевна. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Ильинская, хватит любовью грезить. Анатолий Кириллович заболел. Слава Богу. У вас вместо химии будет дополнительный класс. Что такое? Ну что, нашей смерти хочет? Ильинская, Наталья Сергеевна хочет из тебя сделать настоящую балерину. Так, ну я сказала, быстро вставайте. Ильинская, вставай. Живо вставайте, я сказала. Бегом, 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 звонок уже был, маминого быстрее. Быстрее, 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 быстрее. У них часы спешат. Это ты будешь Кириллычу рассказывать. Звонок был и все, прогул тебе Сотникова. О, не Федова. Уважаю тебя. Вещи тебе все по барабану. Демин, хватит дурака валять, а то и сам опоздаешь. Кириллыч нам не страшен, звонок нам не указ. Да, я слушаю. Привет. Ну, привет. Ты сейчас чем-нибудь занят? Да, работаю. Может, приедешь? Извини, не могу. Ну и какая у тебя теперь тема? Не поверишь, балет. Приезжай, я тебе все про балет расскажу. Прости, я занят. Привет, зайчонок. У меня все по-прежнему. Стоп! Стоп, поменяйся с Азаром. Приготовились. С левой. Пожалуйста. Ты спрашиваешь меня, кто такие Велисы? Это души умерших девушек. Невест, не доживших до своей свадьбы. Они по ночам убивают одиноких путников, но только мужчин. Я бы тоже отомстила за нас отцу. Бросили, Азарова. О чем размечталась? В Париж душа летит? Хайрутдинова, спину-то держи. Да, забыла сказать. Через месяц мы едем в Париж со спектаклем. А потом неделю дадут отдохнуть. Даже не знаю, чему больше радоваться. Переливаем середину. Занятия по классу вполне терпимы. Только когда у Светы что-нибудь не получается, Наталья звереет. Тогда достается всем. Она делает ставку на Свету. И трудно представить, что будет, если та завалит Ежизей. Стоп, 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 стоп! Середа, ты что, нарочно это делаешь? Ты сама не работаешь и других отвлекаешь? Что с тобой, Свет? Мне бедро болит. Иди в медчасть. Продолжай. Ну, совсем немножко, но и только... Врачу когда... расскажешь. Продолжай. Можно я? Нельзя.
Оля, иди встань. И готовь. Пожалуйста, можно. Федова, пойди сюда. Десятку одолжи. Алло? Ой, это ты? Привет. Откуда звонишь? Номер такой странный. Спасибо, я передумала. Приезжай, слышишь? Вот тебе аванс. Целую. Пока. Хореографическое училище, знаете? Звонок уже был.
Здрасте. Здрасте, здрасте. А хотите, прокачу? Привет. Вы позвонили по телефону 960-9022. Оставьте свое сообщение после... Да. Игорь, это я. Надо поговорить. Молчишь? Ну хорошо, я тебе сама все скажу. Ну конечно, ты больше не собираешься со мной общаться. Зачем теперь? Каталог ты сдал. В моих консультациях больше не нуждаешься. У тебя, конечно же, теперь другой консультант. Не сомневаюсь, что ты уже затащил какую-то балерину в постель. Так вот, когда она расскажет тебе все, что знает про балет, и ты выставишь ее из своей жизни, как выставил меня, не пытайся тогда вернуться ко мне обратно. Ну, я все сказала. Опять молчишь? Ну, тогда я до тебя спою. Там-т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 ам
Юлька, к тебе пришли! Юлька, к тебе пришли! Пойдем, пойдем, пойдем! Ха-ха-ха! Зуб даю, иди быстрей! Вот он! А между прочим, мы подруги. Спасибо. Я вас не знаю. Зато я тебя знаю. Что вы хотите? Меня Игорь зовут. Я сегодня видел вас в магазине. Вот решил познакомиться. Еще чего? Я понимаю, звучит глупо, конечно. Но мы могли бы где-нибудь, ну, поговорить. Извините, мне некогда. Это не обязательно сделать сегодня. Допустим, можно встретиться завтра. Допустим, в 2 часа. Если вы меня знаете, почему же вы не узнали, что в 2 часа у меня урок истории? Ну хорошо, в 3. В 3 у меня класс. В смысле, класс собрания, что ли? Классический танец. Здесь видно, как же я сразу догадался. Ну, после класса. А после характерный дуэт. Сколько же вы учитесь-то? Иногда по 10 уроков. Ну хорошо, давай. Я буду здесь в 6 часов. В 6 у меня разводка. Это что? Репетиция. Родители в курсе, что отдали вас в галер? Хорошо, я буду стоять на этом месте в 7 часов ровно. В 7 у меня спектакль. Очень хорошо. Очень хочу сходить на балет. Пригласи меня, пожалуйста. К счастью, даже с моим приглашением вас не пустят. Это почему? Придут известные люди. Будут звезды балета. Но если только звезды балета, тогда я непременно приду. Значит, договорились. После спектакля я буду стоять именно на этом месте. Хорошо? До свидания. Юль, я буду ждать. Thank you.
Ну что с тобой, лебедь моя? Ну что ты устраиваешь? Сказала бы, что не можешь, дали бы тебе замену. Чем так позорить? Выпей воды, выпей. Садись. Куда поедем? Выхочу за ворота, поговорить всего лишь надо, и все. Я тебя похитил. Зачем тебе это надо? Ты не знаешь, зачем похищают невест? У тебя одно на уме. Только балет. А может, балерины? Нет, только балет. И как тебе балет? Грандиозно. 40 человек в тюлевых юбках на сцене. Туда-сюда, туда-сюда. Сила. Вот взять бы эту силу и в колхоз. Все? Ну так, в двух чертах. Идиот. Юль! Юль, я пошутил! Так бегать. 40 километров в час. Я по спидометру засекла. Подъем! Хватит дрыхнуть! Ой!
Господи, зачем люди пьют? Я и так все могу. Я ж без комплексов. Что тебя, дуру, за язык тянуло? Может, не выгонит, а? Говорили, за одно замечание отчислят, а у меня уже два было. Была бы я на месте Светки, ох, оторвалась бы я. Середа. Я? Галина. Я буду лечиться. Света, пойми, это хронический процесс. Можно лечиться годами. Без всякого результата. Ну, если операция? Какая операция? Тебе что, врачи, новый сустав поставили? Нам прислали твои рентгеновские снимки. Врачи говорят, идет нагноение. Видишь, темно. И дальше будет только хуже. Да пойми ты, если ты будешь жить нормальной жизнью, даже лечиться не нужно, обострений не будет. А будешь танцевать, через год станешь инвалидом. Пускай. Что пускай? Пускай. Всю жизнь на костылях? Не угоняйте меня. Пожалуйста. Не надо истерики, пожалуйста, не надо. Как я жить буду? Будешь жить, как все. И вообще, здесь не о чем говорить. Я позвонил твоим родителям. Завтра за тобой приедет твой отец. Иди к себе. Сергеенко станцует, а ее надо оберегать, пока не приедет отец. С кем она живет? Thank you.
Я знаю. Я следующая. Thank you.